Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своим любимым за последнее время рецептом оладьев из трех ингредиентов. Это банан, яблоко и мука. На муку беру обязательно не крахмалистую. Мне очень понравилась мука из красного риса. Поэтому в последнее время оладьи готовлю исключительно на ней. И выпечка получается очень вкусной. Менее липкой и более рассыпчатой. А посмотрите, какие они пышные. И очень мягкие, и не черствеют на следующий день. Для этого рецепта я смешиваю муку из красного риса с небольшим количеством крахмала тапиоки. Но это не обязательно. Яблоко очищаю от кожуры и семенной коробки. Погружаю в чашу блендера. Добавляю банан и измельчаю до однородности. Добавляю лимонный сок. Все, основа готова. Осталось добавить муку, соль, разрыхлитель и соду. Можно добавить специи, например, корицу и имбирь. И масло по желанию. Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться гуще, чем на классические оладьи. Я жарю на медленном огне, на сухой сковороде под крышкой. Вот такие пухляши получаются. И невероятно мягкие. А вот вариант шоколадных. Просто 1 столовую ложку муки заменяю на 1 столовую ложку какао или обжаренного кэроба. И далее жарю, как в первом варианте. Очень рекомендую попробовать. Рецепт отличный. Ребята, если это видео вам понравилось, как обычно, просьба поддержать меня пальчиком вверх, поделиться с друзьями, пишите комментарии и присылайте ваши фотоотчеты в Инстаграм. До скорых встреч, пока-пока!